И снова здравствуйте, всем привет. Итак, давайте теперь в этом ролике машине настроим, значит, стекла. Как это все дело происходит, смотрим, значит, добавляем new, новый материал. Каждому вот этому стеклу добавим новый материал. Стекло должно быть отделено от дверей, от корпуса. Так, это опять же new. И здесь тоже добавим новый. Так, тройка на numpad, смотрим теперь. В шейдингах что можно сделать? Так, N панель, screencast key, нужен, не нужен, пусть будет включен. Так, теперь заходим в шейдинги, подгоним нашу вот эту тачанку поближе. Так, а ну-ка, тройка на нампаде. Вот таким вот образом. Выбираем какое-нибудь стекло. И здесь вот видите, у нас ноды. Так, вот этот нод поближе поставлю. Мы удаляем Delete. И добавляем, значит, первое, это шейдинг, значит, глаз BSDF. Потом добавляем, что у нас тут, вектор Bump. И добавляем текстуру, текстура, noise текстура. Вот такой получается комплект. Так, факт подключаем на distance, потом normal к normal и значит BSDF к волн. Так, смотрим, что у нас тут сейчас будет получаться. Так, плоховато что-то оно у меня тут работает. И вот у нас вы видите, что появился салон. Так, тройка на нампаде. Так, в настройках заходим. Здесь видите, что руль уже видно. Вон. Дальнее стекло тоже видно. Ставим Screen Space Relaxation Refraction. Ставим. Потом заходим в материалы и включаем Screen Space. Вот этот. Так, что у нас? Теперь копируем все вот эти наши ноды. Правая кнопка, так, правая кнопка мыши, копии. И подставим все это дело, значит, Ctrl-V на каждое наше стекло. Ну, можно правой кнопкой Paste. Вот у нас уже настроены стекла. Ctrl-V, G, пока можно перетащить, это можно, значит, тоже удалить. Вот они у нас настроены стекла. Теперь мы можем, значит, поиграться здесь настройками, где-то что-то уменьшить, прозрачность, допустим, добавить Scale, тут стоит у нас 5000. Ну, в принципе, то же самое, все можно пооставлять, добавить какой-нибудь цвет, ну, чуть-чуть затонировать можно, да. Roughness можно до середины, можно убрать или оставить вот все в таких же настройках. Можно переключиться на Strength, вот этот, Terse, будет чуть-чуть другой вид, видите, чуть-чуть шероховатый. Так, что можно добавить? Distance. В принципе, тут не столько, значит, больших изменений, как вот в прошлый раз я на очках выставлял. Очки, значит, ролик был и будет в описании, значит, под видео, как настроить стекло на очках. Здесь у нас еще получается, что видите, что сетки побольше. Если сделать одну сетку, то будет по-другому все более-менее видеться. Но тогда стекло не изогнется по модели. Ну, я думаю, вот эта настройка, видите, чуть-чуть шероховато. Не так все мато, ну, чуть-чуть матово. Так, если на Hex переключить, вот видите, что другой уже вид. О. Более размытый такой, да?
Так, ну вот эти настройки позволяют, значит, чуть-чуть делать мутное, где-то чего-то приближение, отдаление. Вот такая получилась, значит, информация. Так, это есть такое дело, да? Стекла настроены, но теперь они у нас получается, что отдельно от дверей. И если делать, чтобы они открывались, то нужно добавить косточки или прописывать, допустим. Так, ну, когда вот стекла настроены, чтобы они от машины, значит, не отпадали, их нужно будет привязать, значит, через Shift, Ctrl-P, Object Type Transform или просто Object. В Post Mode, выбираем косточку двери, делаем R, и вы видите, что открывается она вместе с нашей, значит, нашим стеклом. Ну, такая информация. Все, всем пока, до свидания.